Всем привет, с вами Влад, мы продолжаем играть PS Rage Master League. У нас матч против Айка Фины, домашний. Ага. Ну не очень интересно. Ух ты. Ладно, не буду обращать особо внимание на то, чтобы измотать бразильских игроков чисто из-за того, что они могут из-за этого травму получить. Этого я не хочу. Надеюсь, Россия и так сможет справиться. Неудачный пас от Дуласа Косты. Ну, товарищеский матч вообще не важен. Особо мне, по крайней мере, точно. Но победить все-таки стоит. Вдруг деньги получим, мало ли. Я бы хотел бы очень. Елсиньо не успеет. Да, не успел. Но, по крайней мере, игрок противника был в прессинге. И из-за этого запаниковал и выбил мяч за пределы поля. Не было нарушения, было просто неудачный пас. И меня уже просто сейчас вырубит. Но я добью этот сезон. Потому что я это могу и хочу. Хитарян не проходит пас на Эдуардо. Сорна головой. Елсиньо, Хитарян. Бьет Мхитарян, опаснейший рикошет, и чуть ли не был автогол. Ух, да. Очень нелегко все это было. Ох, какой опаснейший удар от Фернандиньо. Так, и что же. Будете вы, ребята, добивать или нет? Мне вот что интересно. Эдуардо хорош. Бежит. Бежит наш игрок. Пробивает, но прямо вратаря. Я пытался пробить ближний угол на этот раз. Но не вышло. К счастью. Фернандиньо попадает в защитника. Противника. Ого. Вот это ошибки. Измаил не справляется. Все равно сейчас будут... Что делать в подкате, у него это не выходит. И вау, вот это нам везет, просто невероятно везет. Я просто в шоке. Мягко говоря, невероятно, мягко говоря, с этих моментов. Не, что это было вообще непонятно, как так нам повезло. Может, не профессионализм игроков, но все же это круто. Фернандиньо бьет мимо ворот. Да, Фернандиньо. Кто же с вами игроки будут в следующем сезоне-то? Которые не уверен, буду ли начинать или нет. Хотя я назвал это играем, потому что могу закончить любой момент. Это возможно хотя бы немного-то поиграем. Ой, че, коснулся наушников, здесь этого не было слышно. Так, Елсиньо пытается в обороне что сделать, не выходит, но сорна. Еще одна попытка, но неудачная постоянно. От сорны. Хитарян на Эдуардо. Не успевает развернуться. Наш... Ой-ой-ой, нападающий. Опасный момент. Но он заканчивается ничем. Для игроков противника. Отличный пас на Эдуарда, но Эдуард не справляется. И все, свисток. Мы пока что побеждаем всего лишь со счетом 1-0. Это не очень хорошо. Ой, у меня уже волос падает. Ужас. Ужас. Я вот думаю, что продолжу хотя бы немного в следующий сезон, если смогу купить каких-то классных игроков. Хотя бы одного. А хотя бы какого-то, даже среднего. Я уже буду рад. Но знаменитого. Хотелось бы. Дулас Коста. Конечно, знаменитых я уже давно мог купить. Хороших. Но так как-то не очень хочется.
Да, странно, конечно, Эдуардо пробил. Дулас Коста, хорошо. Хитарян бежит. Дает на Эдуардо. Тот не успевает ему вернуть. Эдуардо стоит с мячом. Хитарян бьет и забивает, хотел сказать. Надеюсь, не было скальвания во время этого звука. И забил, к сожалению. Хитарян. Мой шанс был потрясающий. Пожалуй, можно выпустить. Кого бы выпустить? Выпущу Тайсона. Вместо Элсиньо. Вместо Дуласа Коста выпущу Дэвича. Вместо Алекса Тейшеры. Чей Алекса Тейшеры вместо Эдуарда. Хитарян, отлично. Хороший шанс. Бей. Фернандиньо на добивании. Дулас Коста на добивании. И куда ты бьешь? По птицам решил стрелять. Так лучше бери ружье и стреляй. Ой, ужас. Творится игроками. Тейшера неудачно. Реймери мы побеждаем. Удар с минимальным счетом, но и то классно. Тайсон. Хитарян снова. Не справляется со своей обязанностями. Хитарян. Ой, все, у меня уже вообще бред с речевой части творится. То есть с комментариями. Сейчас даже посмотрю, сколько времени, ради интереса. 2 часа ровно. Круто. Завтра опять же понедельник. Ё-моё, что я творю? Кто не знает, колледж еще мой, по крайней мере, учится. И будут учиться 1,5 месяца летом. Тем временем забивает Алекс Тейшера. Чего заслуживает мое уважение, опять же. Потому что вполне себе возможно я его сделаю игроком основы. Ух ты, как Дэвич-то смог. Интересно придумать. Дэвич бьет. Алекс Тейшера раскрывает добивание. Нет. Фернандиньо. Нарушают. На нем. О, Дэвич, давай-ка ты. Действительно. Блин. Дэвич пробивает. Но выше ворот, к сожалению. Давайте я повторю, посмотрим. Корейцы, что ли? А что, корейцы? Вот я, конечно, только одного. Хотя не, Афины это вроде бы Греция. Да, скорее всего, это греки. Но там явно есть корейцы. Снова нарушение. Сколько можно тренировать моих игроков? Мало ли. Не сильно так травм будет и все. Я точно не буду продолжать. Кому это нужно, никому. Наверное. Тем временем забивает Тайсон. Ты же Тайсон? Да, ты Тайсон. Извини, не признал, друг. Богатым будешь. Это намек на то, что ему, скорее всего, повышу зарплату. Отлично, Тейшера. Хитарян. Хорош. Дэвич, что за пас? Отлично. Дэвич побежал. Пробивает Дэвич и забивает. 4-0. Недавно было только 1-0. Я уже думал, о, хорошо, хотя бы минимальная победа. А нет. Ну тут-то было. Разгром. Как же без этого? Это Шахтер. А мой Шахтер. Еще круче Шахтер. Чем настоящий. Настоящий тоже крут. В реальной жизни, конечно. Пес он дно. Честно говоря. Сорна хорош и свисток. Победа в первой товарской игре. Что еще раз? Хитарян 8-0 и лучший игрок матча. Буцы. 100% Буцы и сборная.
Навряд ли что-то еще. А, новый рейтинг клубов. В вашем месте я посмотрела, на каком месте Шахтёр Донец. Поздравляю, вы приобрели бутсы Т-90. Ага. Барселона первое место, второе Реал, третье Ювентус, четвертое Арсенал, пятое Манчестер Юнайтед. Где мы? Как так? Только 44-е? Что за дела? Даже Динамо нас обгоняет. Малага даже нас обгоняет. Что за бред? Ну окей. Я вообще в этом не разбираюсь. Вот это что значит, я не понимаю. До сих пор. Ну вот. Лига чемпионов и УЕФА групповое право на участие. Три команды. Ну и чё? Это все странно. Постоянно не меняется никак. Абсолютно. Ладно, перевожу дальше время. Наршелан. Доиграю. Ночь, но доиграю. Эти два матча. Ага. Окей. 6 очков, да ничего себе. Удар. И пас. Да, сейчас вообще будем рвать всех. Готовьтесь. Шахтёр будет просто непобедим. На это все. Увидимся. Как раз проверим в следующем матче непобедимость на Наршелане.